Доброе рождественское утро, друзья. Кто где, а мы в горах. Я думаю, раз уж по полям нельзя, потому что там стреляют, то полезем в горы. Смотрите, какая красота. Ой, на улице как сегодня хорошо вообще. Видите, ни ветра нет, и тепло. Сейчас у нас время около 10, наверное. Не помню, надо посмотреть. Вот. Но уже достаточно тепло. И, кстати, люди ходят здесь, знаете, спортом занимаются. Парочку уже встретила. Так что лезем туда, где спокойно и тишина. Да, Чарли, ты рад? Он, кстати, выбежал сегодня раньше меня. С утра присаживается там. Дела свои делать. Правильно. На обочине. В земле. Удобряет землю. И, в общем, он вчера весь вечер. Скучно, конечно. Он же у меня собака такая активная. А тут сидеть дома. Ну, конечно, ночью стреляли. Уже спать легли. Он не знал, куда ему деться, куда ему податься. В общем, а на Новый год еще хлеще будет. Стрелялки. Подышу горным воздухом и пахнет елками. Вкусно. А на море буду ходить одна. Мама! Смотрите, какая тишина. Какой-то новой тропе пошла. За велосипедистами наблюдала. Здесь так все слышно. Они ехали на противоположной горе. Я их слышала, как они ехали, представляете? Ну, конечно, за ними не угнаться. Ну вот, хожу. Чарли довольный. Сразу он услышал, там с пляжа доносилось выстрелы вот эти вот. А сейчас уже все подзабылся. Хвост поднял. Вот видите, это когда вода идет, дождь все размывает. Кстати, у нас на завтра, что ли, по-моему, дождь передают? Или когда это? На днях, в общем. Красота. Вы знаете, женщины удивительный народ. Сейчас пробегает женщина. Ну, пробегает, она бегает. В спортивной одежде, вся такая. Вот, спортивная. И с красными губами накрашенными. Вот. И я, знаете, что вспомнила тоже. Сейчас все в масках ходят, правильно? Вот. И у меня клиентка... Когда, не помню, в пятницу или в субботу сидела на покраске. И, знаете, ей по телефону позвонили. Она такая странная тоже. Взяла и опустила маску для того, чтобы разговаривать. И у нее под маской тоже красные губы были накрашены. Вот. Я так думаю, зачем? Маски-то же нельзя нам нигде снимать. Вот, поэтому... А губы накрашены. И у меня, когда мэрша была у меня на покраске, она говорит... Я, говорит, тоже всегда крашу губы. Вот, всегда накрашена, всегда губы крашу, она тоже красным красит. Вот, чтобы, как говорится, это не потерять, как это сказать-то, не потерять кустумбры, чтобы не отвыкнуть, вот. Она говорит, поэтому прихожу, когда домой, у меня весь рот говорит, как это, ну, в общем, типа, как свисток, и маска вся красная, и смех, и гнев. Ну, Мэша-то, ладно, она говорит, у меня есть видеоконференции разные провожу, там-то, ладно, понятно. Ну, вот сейчас женщина бежит бегом, да, спортивная вся, и с алыми губами. Ой, у меня сейчас в моем арсенале только гигиенические помады. Штук 5 уже приобрела с разными вкусами. Чарли, когда намажусь, Чарли так и норовит их слезать. Потому что они ванильные, потом разные там клубничные вкусы. Ой, блин, и как только намажу, он сразу лезет ко мне, чтобы это все на вкус попробовать.
кстати, видите, вот эти машины стоят. Так как туда проезд уже на машинах нельзя, люди сюда приезжают, берут свои велосипеды и едут уже на велосипедах по горам. А сюда на машине доезжают. Так вот, поэтому там безопасно. И Чарли как бы это может гулять спокойно. Травками какими-то пахнет такими. Специями. Трындец, капец, друзья. Иду такая. Вспоминаю, сейчас я в город выхожу такая. Думаю, блин, твою дивизию, я маску забыла. Блин. Забыла маску. Вот это вот так надену. На нос. Вот, блин. Такая, думаю, что ж мне пакет на голову надевать, что ли? Ой, блин. Вот представляете, блин, как это реалити жизни, да? Да что ж за волос какой-то тут. Протираю. Вот. А без маски как бы даже не из-за полиции как-то, а, знаете, из-за уважения к другим людям. Вот. Просто мы живем, я уже много раз говорила, живем в обществе, просто из-за уважения к другим людям. Хотя бы есть, надо надевать их. И вот так вот. Ну, блин, придется вот ошейник свой, хомут вот этот на нос надевать. Ну, блин, ну как так? Просто нас сюда там муж довез вот до сих, ну, до этих, как его, вот до Тудова, где начинается все это. И вот я из машины вышла и пошла с наглой рожей. В горах-то нахрен что надевать. Там, если встретишь кого-то, то можно, как говорится, разойтись. А сейчас в город выйду и все. Вот, блин. Это ж надо туда добраться, чтобы поставить вот этот вот флаг. Это на самой горе. Смотрите. О, как высоко. Патриоты. Вот так вот и иду по городу. А чё, классно? Чем не маска? Фантомас. Я уже дома. Буду сейчас уже кушать. У меня попурри. Я, конечно, есть и салаты, все дела. Вот тут отложила себе ложечку салата, яйцо. Но мне захотелось спагетти с соусом песто из Лидла. Он просто нереально вкусный, прям вот аутентичный, скажем так. Вот. А это лук. В общем, я муж заявил, что он хочет бульон. Вот, я ему варю бульон. Вот такой вкусненький. А сама вот буду, ну, тоже там салатики, хамончик, все это. Доедать теперь будем до Нового года. Вот. И вот лук там был, он пророс. Ну, и зеленый сейчас схомячу. И чаек, естественно. Кстати, вот этот сыр, сырные вот эти вот шарики. Это не сырные, они, значит, знаете, творожные. И они нереально вкусные. Вот кто живет в Испании, советую вам их попробовать, потому что они не, это вот именно творожные такие, знаете, как типа сырки, что ли. Вот самые вкусные нам понравились вот эти и вот эти. Просто нереально вкусные. Вот потом я, у меня будет такое это с чаем попью. Потому что они все-таки это больше как десерт, чем какой-то там обед или что. Но очень вкусные. Не зря они называются Delicious. Delicious. У меня, правда, и чизкейк есть. Ой, блин. В общем, наверное, через неделю опять, через после Нового года опять худеть будем. Блин, ну а что делать? А мы тут бесимся с Чарли. Китапию. Хотя, не смотрите, здесь стреляют кругом, но он на балконе, видите, слышите? Но не очень боится. Китапию. Ой, тапок потеряла, блин. Тапок потеряла. Вынь-ты-ви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 нь-
Окей, ты мату. Окей, ты ви. Ой, смотрите, там дымок. Где? Вот. И почему-то пахнет ладаном. Ой.
принципе, вкусно пахнет. Вот днем было такое солнечная погода, а сейчас уже все. Че там, Чарли, стреляют? Пуф! А я пока снимаю белье. Так вот зарядку на зарядку зарядку. Зарядка у нас такая. Ой, злюка какой. Злюка какой. Злюка, злюка, злюка. Зарядка какая. Зарядка у нас какая. Видите, нам не скучно, нам и дома не скучно. Нам и дома не скучно. Я сегодня вообще ничего не делала, хотя я ТикТок сняла. Да, сижу теперь в ТикТоке, тоже всякие видосики снимаю туда. Интересные, знаете, такие бесшабашные. Чай сейчас себе поставлю. Такие, как дурацкие, в общем, всякую фигню. Даже где-то там в том же самом ТикТоке читала, что если снимешь какую-нибудь фигню, то попадешь в эти, как их называются-то. Ну, в общем, станешь типа знаменитым. Знаменитым. Вы знаете, правда, некоторые видосики у меня там набирают просмотры больше, чем на Ютубе. Представляете? Хотя у меня там подписчиков-то хрен да маленько. Но это больше даже как это, чтобы... С ума сойти, в общем. Я схожу с ума. Мне нужна она. Вот. С ума там схожу на этом ТикТоке. Они быстро, легко снимаются. В общем, сейчас я, забацаю себе чай. Просто надо выбрать какой. Вот, большую кружку возьму. И все равно, знаете, у меня дофига всяких кружек, а самое любимое это вот это. Но сейчас я возьму вот эту. Она еще больше. То есть у меня разные кружки есть по величине. Ну, вы знаете. В общем, да, вот так вот. Так, какой? Надо вот этот, чтобы без кофеина. Я нашла мое сердце сама. Завтра на работу. Как на праздник. Уже клиенты есть. Ну, постоянные, знаете. Ничего нового. Вообще как-то все это пятницу не работаешь, потом субботу работаешь. Я даже подумывала, знаете, закрыть на следующей неделе же Новый год. И типа говорю, закрою это. Ну, что в субботу тоже закрою. Чтобы было выходной пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Я вообще в те годы закрывала парикмахерскую свою, ну, где-то на неделю. Ну, чтобы, знаете, это, типа отпуск у меня был. Вот. Но потом такая подумала, и что я эти пять дней буду дома сидеть? Что я буду делать? Это же скукота скукотешная. Ну, погуляешь, ну, уберешься, ну, приготовишь что-нибудь. Ну, это только сидеть и жрать, а больше ничего. В общем, я передумала. Не буду я закрываться. Буду работать. Скучно дома. Ну, скучно, мне скучно. Не унять эту злую боль. Так что вот так вот. Новый год. Что-то вообще не это. Нет. Ни в одном глазу, как говорится. Раньше хоть с девчонками, а сейчас что-то никак. Ну да ладно. Я такая красивая сегодня. Уже третий день пользуюсь вот этой штукой. Прикольненько, знаете, так. Потом крем после него прям вот так всасывается. Я аж два раза мажусь кремами. Ой, кстати, мне надо чай пойду поставлю. Ну, пойду. Никуда не пойду, тут поставлю, чтобы погреться. Ой, я его заварить-то заварила. Он уже остыл. Пока я в душе была. Вот. Так что пока нравится, посмотрим. Так, какой третий день, да? Там надо неделю, а потом отдых, в общем, все дела. Пирог пекла.
и обожглась. Все, друзья, пошла я отдыхать, смывать свою маску, и будет все у нас хоккей. А с вами я прощаюсь. Удачных вам выходных. Всего самого наилучшего и всем пока-пока!